прошедшие сутки в Казахстане выявили на 7235 заболевших с положительным результатом ПЦР на коронавирусную инфекцию. Из них 156 в Северном Казахстане. Эпидемиологическая ситуация в стране усложняется. Всего в Казахстане выявлены 649 120 заболевших. Также сообщается, что 533 329 казахстанцев выздоровели. По состоянию на 9 августа в стране первый компонент вакцины против коронавирусной инфекции получили 5 807 646 человек, вторым – 4 445 534.